Лепс завязал с алкоголем, теперь певичек соблазняет, утверждают пользователи сети, заподозрившие Григория Лепса в неверности супруге. Не так давно в сети ходили слухи о том, что Григорий Лепс наконец-то завязал со спиртными напитками, но одна вредная привычка, как считают пользователи, заменилась другой. Почувствовав неудовлетворение жизнью, помолодевший Григорий Лепс, по мнению юзеров, ударился в сексуальные приключения и выбирает для этого проверенных певиц российской эстрады, которые не расскажут о романе СМИ, как это делают молодые начинающие звезды для пиара. Одной из предполагаемых любовниц Лепса пользователи соцсети называют Катю Лель, которая давно знакома с мэтром и изредка бывает замечена в его компании. Певица в августе этого года на свою беду выложила снимок с Лепсом, где она его нежно обнимает в гримерке. Пользователи сети увидели в этом жесте нечто большее и интимное, чем просто дружеские отношения. Юзеры считают, что Григорий Лепс тайно встречается с Катей Лель, поскольку им двоим выгоден этот союз. Несмотря на то, что обе звезды женаты и имеют детей, певица Лепс в первую очередь нужен для того, чтобы возобновить свою популярность и получить в качестве награды новые хиты. Лепс, в свою очередь, по мнению поклонников, может получить полное сексуальное удовлетворение с женщиной, которая его привлекает, при этом никому не сможет проговориться из-за страха потерять семью. Лепс переквалифицировался из алкаша в бабники, а Катя-то продуманная Лепса быстро охомутала, Лель решила популярность себе вернуть. Лепс ей толковые песни подарит, может снова взлетит, я не думала, что Катя влезет в чужую семью, Лепсу с женой секса не хватает. Что он в Лель нашел? Они хоть смотрятся, жена у него как девочка. Лель поопытнее будет, пишут поклонники, заподозрившие Лепса и Лель в интимной связи. К слову, слухи о разгульном образе жизни Григория Лепса ходят давно. Еще в 2012 году его заметили в Юрмале, целующего руки незнакомки, которая, по мнению поклонников, сама натравила папарацци на них для получения огромного гонорара. Теперь наученный опытом Лепс смог выбрать женщину постарше, как Катя Лель, предоставив ей за это свои связи, пообещав возобновить былую славу взамен на молчание, считают пользователи сети. С другими же звездами эстрады Лепс так охотно, по мнению поклонников, никогда не фотографировался, и заметно по глазам, что он испытывает романтические чувства.